Во Владимирском объединении «Сельхозтехника» самая горячая пора. Скоро сев. Нужно образцово подготовить технику для полей. Рабочие объединения не подводят тружеников села. Техника, собранная и отремонтированная в цехах объединения, работает безотказно. В хороший коллектив попал молодой слесарь Владимир Огурцов. И здесь сразу заметили работящего, добросовестного парня, его высокую профессиональную подготовку. Трактор Володя знает с детства. В 14 лет он уже сеял и убирал свой первый хлеб. Ремонтник, который сам был хлеборубом, знает, как тяжело исправлять неполадки в поле. Володе доверено перегонять отремонтированные тракторы в колхозы и совхозы области. И самая большая радость, когда вот так, как сегодня, приводит он тракторы в родную деревню, Брызгалово, где живут его родители. Любить машины, разбираться в технике научил Володю отец, много лет проработавший колхозным механизатором. Уходят в поле тракторы. Скоро сев.